есть рассказы наших ветеранов, когда они на Кавказе воевали в 43-м непосредственно с Эдельвейсом и встречались на высоте лицом к лицу на каком-то скалистом утесе. Он встречал своего врага, с которым он в 36-м году вместе просто штурмовали эту вершину в мирном порядке, как альпинист, в связке, в соревнованиях между собой, тогда еще не думая о том, что они станут врагами. Есть что-то выше войны. Выживание в горных суровых условиях, покорение горных вершин и достичь вот Эдельвейса, это все равно, что взойти на какую-то вершину недостижимую, перед собой какие-то моральные, физические цели ставить. Такая памятная еще получается песня. Пробуждает какой-то вот гордость за то, чем ты занимаешься. Никогда не восхищаем сами собой, не нарциссы, да, потому что вот мы там элиты спецназа, и все-таки горные стрелки, это все равно элита во всех войсках, и они брали вот свою высоту, независимо от того, на чьей они стороне. Подчас надрываясь под ладонью.